Сегодня я посещаю городок Мурата-дель-Халон, небольшой старинный городок провинции Сарагоса в Арагоне, знаменит в основном пещерами, расположенными вокруг него, ну и старая часть города тоже ничего, небольшая, красивая и интересная. Прогуляюсь по городу, посмотрю старинные сооружения, а потом отправлюсь в пеший поход до пещеры Куэва-де-ла-Судор. Основная задача, зачем я приехал в Мурата-дель-Халон, я очень хотел посетить пещеру Куэва-ла-Судор. Отсюда начинается, километр 600 метров, согласно указателю. Вот начинаю свой пеший походик. Так красиво выглядит Мурата издалека. Ну и я пошел на подъем. Осталось 600 метров, согласно этому указателю. Такую высоту пришлось забраться. Не очень высокую, но тяжелую. Крутой подъем. И вот она пещера. Куэва-де-Судор. Потная пещера в переводе. Сейчас одену фонарь на башку. Попробую залезть и посмотреть, что там внутри. Что я могу сказать? Пещера оказалась огромная, кстати. И совсем не любительская. То есть то, что я тут хожу в кроссовках, уже пару раз чуть не убился. Реально стоит сюда заезжать. Безусловно, куча проходов, тоннелей. Я тут даже еще, блин, четверти не исследовал уже, я почти заблудился. Обувь специальная. Действительно, де-Судор не случайное название. Действительно, очень жарко внутри, влажно, грязно. То есть сейчас я еще тут полазю, но вообще-то надо выбираться, пока я здесь не убился, потому что реально очень крутые спуски, подъемы, очень скользкие, мокро. Вот такая вот Куэва-де-Судор. Стоит сюда заехать опять, но пока я реально не готов по экипировке.
такая история. Огромная пещера, реально, я совсем не ожидал этого. Куча тоннелей, ведущих абсолютно непонятно куда. Конца края не видно, я парочку прошел, но опять-таки до сильного перепада высот, поскольку там просто начинается сильное скольжение, я в кроссовках, и непонятно, как обратно будет забираться. Так что, в общем, безусловно, пещера достойна посещения. И очень близко, километр, полтора километра от городка ближайшего, куда можно и на поезде приехать, и как угодно, безусловно, стоит того, чтобы сюда прийти, но надо быть готовым. Так что, как бы, одежда, грязь и обувь, очень важная обувь. И физическая подготовка также важна, поскольку приходится ладить. Фух, через по лесенкам таким вертикальным абсолютно. Просто чтобы вы оценили выход из этой пещеры, да? Вот это он начинается. Вот это он начинается, надо цепляться за эти вот железные крюки. И оттуда начинается вертикальный подъем, абсолютно вертикальный подъем. Вот до верхнего тоннеля, которого отсюда даже еще не видно. Попробую там еще поснимать. Фух. Вот я в середине этого вертикального подъема на выход. И выхода еще пока не видно, но там он уже будет не такой вертикальный подъем дальше. Отсюда не видно, дна не видно. Не настолько оно далеко, но просто закручивается. Фух. И вот он, свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля. Фух. Выбрался живой вроде. Фух. Тут на четвереньках приходится вылезать в эту дырку. Ой, ну что я могу сказать, на самом деле абсолютное, полное соответствие своему названию у этой пещеры. Куэва дель Судор означает потная пещера. Это реально физический такой напряг, я не ожидал, я весь мокрый абсолютно. Не только морда, лица, все остальное тоже. Короче, вот такая история. Сложная, сложная пещерка, красивая, интересная, очень близко. Если едете по трассе Барселона-Мадрид, это вот она трасса, сейчас я ее покажу. Это вот она трасса Барселона-Мадрид. Вот она. То есть сходите на выходе Марата дель Халон, пару километров от трассы и полтора километра пешком до вот этой вот пещеры Куэва дель Судор. На любой карте найдете, но обувь, подготовка физическая, все такое необходимо. Фух, это было реально, реально не ожидал я такой штуки. Не готов был ни физически, ни морально. В обратный путь, километр 600 метров до городка Марата дель Халон, найти машину и двигаться дальше. Где же машина-то? Машина-то где? Не видно. Машина где моя? А, вот она, похоже. Фу, дошел. Ну что ж, на этом заканчивается наше путешествие в Марата дель Халон. В пещеру местную, Куэва дель Судор. До новых встреч в другом каком-нибудь городке в Испании. Пока всем.